La 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 la. Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео. Именно я снимаю. Я, ну как я, так скажем, другие об этом не знают, да. Я буду снимать видео, в котором мы будем наряжать наше скромное жилище. Да-да. Правда, об этом никто не знает, то есть это об этом знаю только я, поэтому для всех это будет сюрпризом. Так что я хотела еще вам сказать. Не забудьте, пожалуйста, перед началом ролика поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы узнать, как мы будем праздновать Новый год. Ну что, поехали! Для начала я подумала, что будет логично, если я вам покажу, что я вообще подготовила для украшения нашей небольшого жилища, так скажем. Во-первых, я подготовила вот сейчас самое главное. Сейчас. Вот это вот метла. Помните, ее Грамгильда на Хэллоуин себе брала? Так вот, с помощью этой метлы мы, во-первых, уберемся здесь, потому что у нас... Как сказать, что у нас чисто? Не чисто, поэтому кто-то из моих друзей будет убираться. А может, я без Рубика заставлю, а то что он будет просто, что ли, двигать, так скажем, это... Ну, не мебель, но... Ну, пусть будет это мебель, все, это мебель. Так что Безубик не просто будет двигать мебель, а он еще будет убираться. Я продумала. Так, стоять. Вот этот красивый домик будет являться что-то типа декоративной мебелью. О, новое слово. Этот шар, это шар, это мой любимый шар. Это сейчас я вам его протащу. Шар. Посмотрите, что он делает. Снег идет. Сейчас. Снег. Ну, в общем, здесь много еще всякой всячины, много всего самого интересного, но это мы уже посмотрим, когда я позову наших участников. А именно Беззубика, Грамгильду, Кривоклыка, Клевета и Кинга Астрид с Маркалу. Вроде всех сказала, не помню. Да, вроде всех. Так, что ж, я полетела. Сейчас я... На секундочку. Сейчас. Ага, так. Ребята, давайте входите. Давайте входите. Я уже тут все подготовила. Ой-ой-ой-ой. Нет! Ты же не хочешь сказать, что мы будем наряжать наше жилище? Да, Безубик, ты угадал. А что Икинг думает про это? О, ура, Безубик, ты рад? Я рад. У нас будет новогоднее настроение, у нас будет много всего интересного. Безубик, что ты грустишь? Ты же любишь праздновать всякие праздники? Да ладно тебе ворчать. Так, кого ты еще дневная фурия позвала? Так. Сейчас придет следующие наши друзья. Ой, Грамгильда, как у вас здесь... Ой, красиво. А я думала, уже все нарядили, Грамгильда. Что ты мне хочешь сказать? Грамгильда, привет, во-первых. Ты нам хочешь что-нибудь сказать? Во-первых, я хочу сказать, что это не я все сделала, к твоему сведению, Астрид. А во-вторых, прикольно. Прикольно, классно, круто. Не знаю, что там Беззубик говорил, что ему не нравится. Мне все лично нравится. Идея вообще эта. Ну вот, хоть еще один человек, трое, нет, не один человек. Два человека и один дракон на моей стороне. Хе-хе-хе. Проигрываешь, Беззубик. Но это же нереально скучно все это украшать. Я не виновата. Тебе достанется самая веселая часть, не бойся. Правда? Да-да, правда. Ой, и правда, здесь очень красиво. Грамгильда, вы постарались. Так, а кто там еще идет? Разойдись! Я тебя убью, Смаркала. А чё я? О, нет, о, нет, о, нет, о, нет!
Ну все, а это у нас там же дверь, да? Я это я пошел. Понял, все. Все, можешь дальше не объяснять. Но мне все равно придется с вами тут находиться в этом месте. Да все, как я рад. Я вот это хотела сказать, правда? Ай, что ж, Кривоклык, а как тебе эта идея? Мне? Неплохо. Кривоклык мог бы ради меня хотя бы сказать, что это ужасно. Что? Так, кто за безумие, что это ужасная идея? Я всеми лапами и всем, что у меня есть. Кто за меня, что это неплохая идея? Я тоже всеми руками. Ну вот, значит, сейчас вам объясним, что кто делает. Так, кстати, а где Кривет? А, он не может. А, ну ладно. Хорошо, тогда смотрите все сюда. Мне кажется, это и так все увидели. Сейчас я буду распределять, кто что делает. После недолгих раздумий я решила, кто что делает. Надеюсь, у меня что-нибудь интересное. Да-да, у всех будет все интересное. Так, во-первых, Беззубик. Для тебя самая важная роль. Честно, прям самая важная. Ну и какая же у меня важная роль? Ты будешь прибираться. Так, метелка, пожалуйста. Да, Беззубик, прибирайся, вот тебе метла. Ну, блин, это же девчачье дело. Ну, мы весь год вообще-то убирались за вами. Теперь ваша очередь. О, боже. Давай-ка тут не возражай мне, я вообще-то девочка. Ну, да. Так, Громгильда и Астрид будут помогать мне с расстановкой вот этих вот кристалликов. Хорошо. Хорошо. Кривоклык и Сморкала у вас будет потяжелее роль, но я думаю, вы справитесь. Я вам скажу, что куда вы должны подвинуть мебель. А, кстати, Беззубик и Икинг тоже будут двигать мебель благодаря Беззубику. Что? Да получается, Кривоклыку и Сморкале меньше всего. Нет, мы еще все вместе будем наряжать елку. Боже! Давай. Да. Работай, Беззубик, работай. Ладно, хорошо. Ну что ж, ребята, сейчас вы все увидите... Камера была включена? Да, камера была включена. Съемка прекращается? Что ж, после долгих уговорок Беззубик все же согласился нам помогать. Поэтому все хорошо, ребят, сейчас вы увидите, как мы все это делали. Так. Раз. Так. Беззубик, а ну-ка помогай. Все, Беззубик, я больше не могу. А что она сказала? Что, нам еще что-то надо делать? А, пойдем двигать мебель, а то у меня сейчас уже все болит. А то потом я уже ничего не смогу двигать.
Стой, Кривоклык, давай, тащи, тащи, я доели. Давай, 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 я уже потому что не могу нормально что-либо делать. Давай, 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 почти, 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 почти. Нет, не в тот угол. Все. О, нет. Так, полагаю, нам надо что-то еще перетащить. Ну, как я понял, вроде бы это еще не все. Дальше пустикинг и сморкал. Полностью согласен. Так, давайте, не ленитесь. Сморкал и икинг. Что это такое? Оно нереально тяжелое. У меня все получится. Давайте. Дневная фурия. К твоему сведению, это вообще не смешно. Ой-ой-ой. Тебе помочь? Я сам. Ой. Сколько у нас еще праздников впереди? Поверь, много. Да. Давай. Вот и готово. Что ж, думаю, теперь пора нам расставить все вот эти кристаллики. Так, ну вот что-то да получилось у нас. Ну, вроде как нормально. Да, только теперь у меня два вопроса. Что это за яйцо и что это за украшение? Это елочное украшение. Мы сейчас все вместе будем наряжать елку. А тут кое-что интересненькое. Ну и что там интересное? Бисубик. Это, по секрету скажу, новогодние подарки. Только мы их будем потом открывать. Я их потом положу, знаешь, куда. О, ты уже все нам подарки подготовила. Ну да. За полгода почти. Ну как за полгода? Ну не за полгода. Ну вообще, эти подарки у меня уже давно лежат, поэтому решила вам их подарить. И идеально. То есть и мне надо тоже где-то 5-6 подарков сделать. Потом Грамгильде остались. Что? Ну там мы посмотрим, посмотрим. Так, все собираемся у елки, будем наряжать ее. Вещи, 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 вещи. Так, мы уже здесь. Так, икинг. Что ж, давайте наряжать. Вот новогодние игрушки, теперь будет каждый по одной наряжать. Что ж, осталось повесить верхушку. Сейчас я ее повешу. Та-дам! Ну, вроде как все готово. Можем, можно сказать, даже праздновать Новый год. Не, ну Новый год мы, конечно же, потом будем праздновать. Ура! Мы нарядили комнату нашу. Ну вот и хорошо. Все дневные фури, ты ведь довольна? Да. Но мы сейчас с тобой отдельно за кадром поговорим. А вот что я хочу сказать ребятам. А ты ничего не хочешь сказать? Да, конечно. Хочу сказать, чтобы вы не забывали подписываться на наш канал, ставить лайки. Правильно же, да? Да. Также, чтобы вы, ребят, не забывали нажимать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующее видео. Да, ребята, обязательно поставьте лайк, а мне пора. Всем пока! Да не снеси камеру! Всем пока!